с Чичей записывали ролик на улице, начали обрабатывать, выключили свет, включили после обработки компьютер, и ролик удалился, и вообще куда-то что-то оно все подевалось. Сейчас свет дали, уже ничего не запишешь, ночь. Думаю, запишу Чичу, вот какая она, милашная, поужинная, сейчас, поужинанная. Вот, и будем уже лежать дальше смотреть наш сериал. Вчера нашли сериал египетский. Вышел он как раз на мой день рождения, 31 октября 22 года. Называется он номер 207. Я так никогда не думал, что в Египет вообще снимают сериал. А тут такой, смотрю комментарии, что говорят, Египет уже нормальные фильмы стал снимать. И да, ничего, такой сериальчик такой. Зацепили, смотрим, даже Чичи нравится. Хорошо, что там нет никаких животных, потому что Чичи на любых животных в кадре лает и мне не дает смотреть. Поэтому мы сейчас оцениваем фильмы не столько по сюжету, сколько по наличию животных в кадре. Иначе Чичи это все бросается на телевизор. Очень она не может понять, что телевизор это телевизор, а животные это животные. Да, Чичка? Так что сейчас мы ложимся. Всем хорошего вечера. Всем пока. Свет выключили у нас, кстати, да, первый раз за неделю. Утром выключали на две минуты у нас сегодня. Но как-то выключили и включили. Я думаю, тату что-то так перепутали. А тут на тебя выключили. Ну, правда, полтора часа не было. Не так сильно, с четырех где-то вот до полшестого. Так что вот это только-только дали. Делаем все дела. Все, всем пока.